Мои лапочки, всем привет! Почему я для вас засняла видео, что есть такая возможность покупать однокомнатные квартиры и к ним одновременно покупать земельные участки? Потому что у нас в Краснодаре очень сильная загазованность в самом центре города, и не каждый человек, не все люди могут позволить себе купить дома. Но есть возможность купить небольшие квартирки, допустим, 39-40 квадратных метров, и при этом к ним взять земельный участок. Сейчас уже это начало распространяться. То есть вот, как сказать, люди все хотят дышать свежим воздухом, они все хотят чувствовать землю, понимаете, чтобы на земле можно было что-то посадить, вырастить, хотя бы какой-то небольшой урожай, на мангальчике сделать очень вкусное блюдо, приготовить мяско, тот же самый шашлычок, ту же самую рыбку, овощи, и просто радоваться жизни, просто находиться на свежем воздухе, на солнышке. Поэтому я вам показала видео, что такое возможно. И сейчас это уже начинает распространяться, по крайней мере, у нас в Краснодаре. Я желаю вам счастья, мои рыбки. Я вас всех очень сильно люблю. Реализовывайте свои мечты, идите к цели, у вас все получится. Всех люблю, до встречи.